Правительство Хакасии приняло порядок лишения статуса регионального оператора. В нем прописаны условия. Итак, учитываться будут только факты нарушения и несоблюдения условий договора. Порядок фиксации нарушений утвержден Министерством природы Хакасии. И именно специалисты этого ведомства вправе привлекать регионального оператора к ответственности. Они разработали памятки, акты и уведомления, которые собственникам нужно будет заполнять. Не стоит молчать о мусорном коллапсе. Необходимо фиксировать все документально и передавать в Минприроды. В случае нарушения региональным оператором обязательств по договору на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, граждане могут составить акт о нарушении этих обязательств. Для того, чтобы составить акт, гражданину необходимо направить в Аэросити уведомление о дате, времени и месте составления акта. Представитель Аэросити должен прибыть. Региональный оператор либо приезжает для составления акта, либо не приезжает. В случае, если не приезжает, акт составляется в присутствии 2-3 незаинтересованных лиц с приложением фото-видеофиксации и направляется для подписания региональному оператору в течение 3 дней. Далее региональный оператор в течение 3 дней подписывает акт и направляет заявителю. Региональный оператор в течение 3 дней со дня получения акта подписывает этот акт, либо в случае несогласия с актом пишет возражение. Подписанный акт направляется заявителем в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия.